Всем привет! Вчера мой поход за грибами был очень удачным. Я когда домой пришла, взвесила, у меня почти 6 килограмм было подберезовиков. И сегодня я вот вышла опять за грибами рано утром. Ну как рано, уже 10 часов. И смотрите, по дороге, еще даже до леса не доходя, я нашла вот такого дубовичка. Посмотрите. Это вообще так меня удивило. И вот я тут зашла, и смотрите, какая прелесть. Ну вот вам и пожалуйста, сделала пару шагов, смотрите, прямо на дороге. Вот они, два красавца. И сыроежки смотрю. Ну и сейчас пройду туда дальше, поищу еще. Давайте сейчас походим, поблукаем вместе со мной. И вот тут вот я... Вон, смотрите, уже там дальше грибочки. Вот. Ну только посмотрите, друзья, смотрите, молоденькие вообще, это просто потрясающе. Только я присела сложить все в рюкзак, вы посмотрите, ну это просто сказка. Видно вам? Вот еще два, я боюсь, чтобы не наступить. Вот, смотрите, в эту сторону, вот он, малыш. Вон, еще туда дальше, видно вам? Вот это мне сегодня подфартило. Давайте еще походим, посмотрим. Возможно. А вот, смотрите. Квакушка. И вот он, подберезовичек. Там поодаль мужчина ходит, собирает. Так что, друзья, буду-ка я собирать грибочки. Потом включусь с какого-нибудь еще интересного места. Вот еще смотрите, какой красивый, какой он упругий. Вот он. Смотрите, чистенькая шляпка. Хотя чуть-чуть, наверное, уже. Так, ну давайте зайдем. Сейчас я тут видела еще дружную семейку. Вот, смотрите. Ой, а вот, смотрите, тоже спрятался. А вот, о боже ты мой, будет мне сегодня опять чисто до 12 ночи работка. Этого я вам показывала. Потом вот, смотрите, это что такое? Это сыроежка у нас. Так, давайте еще посмотрим. Больше я пока не вижу. Они такими дружными семейками растут. Удивительно. Все, буду собирать. Друзья, зашла я наконец туда, куда хотела, в свой лес. При этом у меня уже полный пакет грибов, я его положила в рюкзак. И вот смотрите, какую замечательную полянку нашла. Вот, чтобы вы понимали, где это. Смотрите, вот такие тут как бы лесок такой. Ну, я бы не сказала, что он прям сильно реденький. Пихточки тут в основном у меня. Да не в основном, а вот просто пихты. И смотрите. Вот он, подберезовик. Потом смотрите. Видно вам? Гляньте, какая прелесть. Вот тут вот три. Потом, вон, смотрите, спрятался один. Там вдали еще один. Я просто боюсь, чтобы не наступить. Вот, смотрите, два подберезовичка. Да, сейчас я так проберусь. Вот, смотрите, два. А дальше, гляньте, вы это видите? Знаете, грибов такие же большие. Просто сказка. Молоденькие, такие уже и побольше. Я прям так довольна, что я смогла вырваться. Вчера с Мирославой было тяжело ходить. Еще снимала много, поэтому думаю, если бы я сама была, я бы намного больше вчера бы собрала еще грибов. Но мы с ней долго вчера ходили, часа 4, наверное. А сегодня... Ой, вот еще, смотрите, под пеньком.
Вот, гляньте, такой классный пенечек с мхом. И вот тут вот кто ты? А я под березовик. Гляньте, классные вообще, супер, я так довольна. Я побежала теперь их собирать. Друзья, вы представляете, кручусь, я тут все собираю свои подберезовики. У меня уже 4 пакета их. И вот забралась, и смотрите, какие грибы я нашла. Неужели это белые? Боже ты мой. Вы посмотрите. Мне кажется, я нашла белые грибы. Боже. Вот это счастье. Сейчас я с этой стороны. Но это точно подберезовик. Гляньте. Точно белые грибы. Да. Да, смотрите, это белый гриб. Один. И вот он второй. Гляньте, класс. Вау, в Трускотце все-таки есть белые грибы. Ура, и я их нашла. Ребята, я все-таки нашла полянку с белыми грибами. Вы представляете? У меня уже... Это у меня второй заход за сегодня в лес. 4 пакета я оставила дома. Смотрите. Вот он один белый грибок. Там сейчас я вам покажу. Глядите. Второй. Вот он третий. Вообще шикарный. И вот тут вот сейчас... Смотрите, четвертый, а еще я один только что нашла вообще в валежнике. Гляньте, какие они классные. 4 белых гриба и такие шикарные. И вот тут вот, смотрите, в каких-то зарослях. Я даже не подозревала, что в Трускотце тут в лесу могут быть белые грибы. Ой, это вообще моя мечта сбылась, называется. Давайте вам еще раз их покажу.